занят с мясоструктором сегодня. В этом видео я вам покажу, как я буду кормить своих муравьев сахарным сиропом. Так, давайте приступим. Для начала я вам покажу муравьев. Так, что-то упало у нас. Сейчас фокус настроится. Вот. Ну ладно. Так, убираем их, потому что они нам сейчас не нужны. Так. Что нам нужно для сахарного сиропа? Нам нужен обязательно вот шприц. Вот этот. Ну, любой вообще, без разницы. Пипетка. Сахар и листик. Сахар я уже покрошил, так что, ну, я думал, тут понятно, как я его крошил. Берешь вот так вот, хоп, закрыл, тык-тык-тык, постучал там чем-нибудь, и все. И водичка кипяченая обязательно, комнатная температура. Так, давайте приступать. Теперь мы берем, отсоединяем. Ой. Так, и закидываем до циферки 1, чтобы циферка 1 была полностью загружена сахаром. Ну, я примерно это понимаю, как это. Так что вот, это примерно вот таких вот два малюсеньких кусочка. А можно вот так вот, мелким сахаром. Сейчас мы его попытаемся что-то засыпать. Вот, это должно выглядеть примерно вот так. Ой, не туда показываю. Так, вот. Потом мы берем нашу пипеточку, ну или просто кружку, у кого нет пипетки, и заливаем в эту нашу шприц наш до циферки 4. В моем случае, наверное, циферки 6. Ну вот, 4 вот до 4 вот с половинкой, потому что я там немного побольше сахара наделал. Так, все. Вот так вот берем. Опа. Воткнули. Немножечко. Так, ой. У нас что-то протекает. Так, сейчас. Так, произошло что-то. У меня, походу, TikTok лампа перегорела. Ну и вообще просто лампа. Ну или я не знаю, надеюсь, она не перегорела. Ну, короче, трясем в течение минуты. А мне минута уже не нужна, потому что я уже ее очень много потряс. Ну, короче, чтобы весь сахар растворился. Сейчас я продолжу съемку, когда растрясу. Так, все. Сахарный сироп я уже достаточно растряс. Теперь я беру вот такую вот мисочку воображаемую. Ну, то есть сам сделаю ее. Теперь в нее надо аккуратненько залить небольшую капельку этого сиропа. Оп. Столько будет достаточно. Так. Все. Шприц я закрыл. Сейчас будем им давать. Так, ну все, в принципе, можем им давать. Так, достаем нашу супер-пупер-мега-пробирочку. Хоп, мы ее достали. Открываем ватку. Быстренько, оп. Только смотрите, чтобы вот эта вот ваша воображаемая поилочка была с размером, с диаметром, точнее, этого, как его, с пробирки, типа, чтобы она влезала, а то у меня не влезала. Так, подальше запихнем. Оп. Все. Теперь только остается ждать. Всем спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!